Давайте мы сначала посмотрим с подписчиками. Не смотри, просто доставай. Раз, два, три, елочка. Так, это мяско, это тоже сыр. Все сыры разные. Ну что, ребят, я все-таки решила ногти себе сделать. Наконец-то вышел клип, в котором снимались девчонки. Всем приветик, доброе утро. У кого добрый день, добрый вечер. В общем, привет. Готовлю завтрак. Вообще-то, обед. Завтрак мы пропустили, потому что мы проспали. Сейчас хочу я гренки пожарить. Маргарита еще валяется. Ну, совесть имей. Марго. Я ей открою окно, она закроет. Вставай. А, Каролина. Давай, вставай. Сегодня день без телефона. Так что давай. Вылупляйся уже с комнаты. Почти готово. Нам сегодня нужно обязательно за продуктами съездить. Потому что у нас будет 4 дня закрыты магазины. Не знаю, что завтра готовить. Завтра Рождество с 24 на 25. Я так открою. Я так и знала, что это... Ой, осторожно. Ты чуть не поломала. Да, помадка. Угу. Розовая помадка. Да, немножко розовенькая. Угу. Мне тоже такое есть сильное, мы такие... Да? Зеленый. Это можно, она мне сказала, на одежде можно рисовать. Он специальный, да, для одежды. Посмотри, какой он. Green color, green color. Это предпоследний, ребят, предпоследний. 23-е уже, 23-е. Кажется, это хлопушка какая-то. Не смотри, просто доставай. А что это? Кисточка с этой, достань. С этой же серии. Да, я трогаю. Да, боже мой. Да, я трогаю. Мягенько. Да, я хотел. Давай я открою, это столько смысла. Кисточка. Должна повернуть сюда. Это для ванны, это пенка, да, для ванны. Когда идешь мыться, пенку раз и все. Вот такой вот. Пенка для душа. Только были тени, хайлайтер и кисточка. Больше ничего. Кисточка нет. Очень мягкая. Надеюсь, она хорошо наносит. Конечно, будет хорошо. Да. Очень красивая. Давай попробуем. Окей. Не так сильно прям, что ты подметаешь. Маргарите, наверное, нужно будет опять теперь делать это. Обзор на свою косметику, потому что у нее много чего появилось нового. Money. Вернули деньги. То есть никто не пришел за деньгами. В копилку бросила. Ну вот, правильно. Смотри, можно открыть. Она еще с подружкой поделилась пополам. По 25. 25 подружки, 25 Ксюшки. Маргарите я решила подарить свой этот... Ну не то, что подарить. Одолжить. Ну ладно, шучу. Ну короче, в общем, она может рисовать в моем скетчбуке. Вот в этом. Вот в этом. Вот. Вот. Она будет в нем рисовать, пока я не рисую. Я ей разрешила. Потому что она все время рисует на... альбомных листах. Только смотри, если ты будешь раскрашивать, я не буду раскрашивать. Нужно подкладывать обязательно что-нибудь вот сюда. Угу. Потому что он очень сильно впитывает. Где шарик? Нет, шарик, вот шарик. Дай. Дай шарик. Бонни, дай. Молодец, дай маме. Маме дай. Дай маме, говорю. Танечка! А теперь лови! Смотрите, ребят, что я нарисовала. Сейчас буду вводить. Так вот оно получилось. Это олов. Так, мы вернулись с магазина. И наконец-то мы купили вот такую вот штуку. Раклет называется. Гриль. Что мы еще взяли? Разные виды сырочка. Квадратики. Но они вообще-то все разного вкуса. Поэтому я не знаю, вкусно это или нет. Они все разные. Мне не все нравятся. Смотри, какие. Я нашла какие-то чипсы с медом. Пробовали когда-нибудь? Давайте будем помогать. Нет, только не это. Это же попкорн. Мы купили 4, чтобы это.
каждому по одной. Я буду смотреть сегодня фильм. Наконец-то вышел клип, в котором снимались девчонки. Мы его так долго ждали. Помните, мы вам говорили, что они снимаются в клипе Катавасия канал? Вот, и наконец-то премьера клипа сегодня. Смотрим! Катавасия, сестрички, лайф! Это их брат. Он тоже поет, кстати, очень хорошо. Какие красивые. Мы его сейчас посмотрим, а вы переходите по ссылочке в описании. Да, и смотрите весь клип. Он получился очень классный, очень новогодний. Просто прям супер. Такое настроение прям новогоднее. Хотелось бы там вообще... Было бы здорово, если бы вы там оказались. Прямо с ними. Да, вместе с ней бы снимали. Вообще супер. Ну, вот так вот. Мы далеко друг от друга, поэтому мы вот на расстоянии, хотя бы так. Вот, поэтому очень классно поют, очень здорово. Брат у них вообще... У него такой голос сильный. Mm-hmm. В общем, переходите и посмотрите. Песенка очень классная. Я думала, все такие красивые. Это их папа. Ты думала, это их папа? Нет, это старший брат. Голос такой сильный. Да, голос вообще супер. Все такие красивые, нарядные. Смотрите. Брат вообще молодец. Красавчик. О, девчонки! У них, получается, тоже три девочки и один мальчик, только у них мальчик старше. А у нас младший. А у нас самый младший мальчик. Вообще классно. Я уже, знаете, который раз смотрю этот клип. Поддержим ребят, поддержим их, посмотрим. Лайк, да, обязательно. Подписочка, лайк, они очень старались. Просто на все 100. Всем привет. Всем пока. Привет, ребят. Мы сегодня снимаем второй день, я так думаю, что... Во влоге выйдет сразу 2 дня, потому что мы вчера чуть маловато поснимали. Mm-hmm. Были заняты очень сильно, поэтому... Это фиолетовый! Какой фиолетовый? Прозрачный. Там был просто прозрачный, мама не захотела. А, это просто с блесточками? Да. Прозрачный, но с блесточками. Там был просто прозрачный. У тебя нет такой помадки? Нет. Просто блеск. Да. Бесцветный. Ну, а то надо чуть-чуть укорачивать. Я хочу, чтобы ты снимала. Мы сначала посмотрим с подписчиками. Вау! Ничего не понятно. Бакс. Зеленые носочки. Я вот эти надену. Это твой образ на Новый год. Они тебе даже так отсюда будут. Не знал, что они такие, больше так больше. Я. Куда? Я, вон перо. Ты лаганаты. Ребят, представляете, посылка дошла наконец-то. Да, это вот эти вот, которые. А почему только 2? Я 4 заказала. Да. Я 4 купила. Это такая, в общем, лента. Я хотела на вот эти вот трубы, которые у нас есть же. И она заряжается за счет дневного света. Ты будешь на роликах кататься? Да. Они тебе маленькие. Нет. Так вот, хочу привязать, вот, обмотать вот эти вот столбы. Вот так вот, таким вот образом. Дождик идет, кстати, у нас. Сейчас мы. А вот это что-то не горит. Это не очень сильно зарядилось. Да, они вместе заряжались. Вот это хорошо горит. Тебе на каких больше удобно? Вот в ряд или по 2 ряда? Так и так. Да? Вот эта вот штучка. Да, видишь, это тоже да, так. Зарядка лежит. Видишь? Да, зарядка лежит перевернута, когда темно. Наверное, она должна работать тогда, когда темно, видите? Смотри, видишь, когда я вот так делаю. Да. Потому что когда день, она не будет гореть, она будет заряжаться. Да. Все продумано, Ксюша, это мы тут. Смотрите, у нас даже есть такой вот олень. Сейчас я включу. Да, он у нас уже давно, даже не с прошлого года, он уже давно. Ну вот, с прошлого. Вот так вот, и у него голова шевелится. Здесь столбик горит, и еще один столбик, сейчас я украшу.
Еще должны два прийти. Тебе делать нечего? Как на льду? Все, пошли. Воня, пойдем домой. Пошли. Домой. Быстро. Домой. Домой. Давай. Раз, два, три. Елочка. Гори. Ну, нажимай на эти там на кнопочки. Во, вот так оставь. Красота. Очень красиво. Красиво. Так, все. Садимся ужинать. У нас тут сосисочки, бекон, сырок. Вонючий, наверное, надеюсь, не вонючий. Мне не нравится сюда вонючий сыр. А с какими-то специями. Так, это мяско. Это тоже сыр. Все сыры разные. Разный вид сыра. Так, все, приятного всем аппетита. Вкусно? Тут у нас рыбка жарится. А сыр уже расплавился, да? Вот, видите, сыр расплавился, его нужно теперь куда-то. El papapa y arriba el queso. Y ese es así, le quise le pongo el mime al burro. No, no, al apetito. No, como la huella. Ese es mi francés. Papá, на французском говорит. Мы начали уже подарки открывать. А Маргарите друзья принесли, да? Подарочки. Одноклассники. Это лама? Я. Yeah. Ой, какая прелесть. Just for you. Я обожаю гимбузы. Сейчас будем играть, значит, гимбузу. Она хотела такой меч. Я не знаю почему, зачем, но она хотела меч. Ей же нравится Baby Yoda. Star Wars. Ой, какой бананчик. Это она Fortnite. Она даже фильм не смотрела. Fortnite. Вкусняшка. Это Kinder. Kinder Cards. Почемушки какие-то шоколадные. А здесь тоже лама. Ручка с ламой. У нас здесь набор для маникюра. Там, тут даже есть вот эти вот всякие рисуночки. Это собачки, это бабочки, звездочки. Я вот буду давать. Все? Нет. Мы сам каждый открывает глаза на свою удачу, то есть закрывает глаза. Это может быть тухлое яйцо. Ксюша, закрывай глаза. Ну-ка, дыхни. Какой он у нее был? Дыхни. Тасклихая. Фу! Тухлое яйцо? Что это? Что это? Тухлое яйцо. Что такое? А что у него попалось-то? Никто не знает. Я не знаю. Он сказал, что они вкусные. Надо дыхнуть. И ты. Мама, если все я дура. Я трагедия, мам. Мама, если все одну возьмут из нас. Кто тебе regaló esa mierda de juguete? Так, все, пробую. Мам. Я не знаю, что это должно быть. Это, наверное, будет Шпюльвассер. Это когда? Это сейчас мультик из Шпюльвассер. И представьте с мамой. Почему их мама так не везет? Ухляшка? Да? Сначала так нормально, а потом... Не пахнет. Пудинг. Пудинг. Мне повезло. Стынька Тайера. Лакрица, либо... Другое. Другое? Да. А что это другое? Это рад, который пукает и воняет. Фу, пердульку съела. У меня тоже самое, как у меня не вкусно. Ну-ка, дыхни. Почувствуй себя собачкой. Нет, это плохо. Да, это Я тоже чуть-чуть люблю. Ah, es asqueroso.
такое? Это комбина Ромеро? Да, у нас победила Ксюша. Она ни разу не выплюнула. Молодец. Ксюша решила себе сделать розовый маникюр. Ксюша, ты что? Вон ей зеленый же. Это синий. Бабочки очень красиво отпечатываются. Тебе что? Теперь вытаскивай. Открывай. Так. О, май гад. Как-то странно. Немножко на кожу попала. Какой ты какаш. А давай. Ну что, ребят, я все-таки решила ногти себе сделать. Я уже не могу ходить таким ногтем одним. Один ноготь нормальный, а другие вон. Сейчас я буду, я их уже отпилила. И сейчас буду наращивать. Я не знаю, успею сегодня дизайн сделать или нет, но наращу точно. Все, я себе наклеила такие вот формы. И сейчас буду делать ноготульки. Ты выбрала что-нибудь? Пока что только один, который тебе показывала. Давай, пока я буду наращивать, ты ищи. Время 2 часа ночи. Я сделала только одну руку. В общем, мне сейчас нужно доделать вторую руку, и все. А Маргарита еще купается. Нет, я не хочу спать. Да, Маргарита на ночь глядя пошла купаться. Маргарита сидит, пилит. Непонятно что. В общем, я доделала вторую руку. Дизайн я уже делать не буду, потому что уже поздно. Время уже 4. 5 часов. Какой кошмар. Ну, до часов 11 точно. В общем, ладно, мы пошли спать. Вот это все убираем и идем спать. Так что всем пока-пока. Монтировать я буду завтра утром. То есть не утром, а когда я встану. Сегодня утром. Да, поэтому все. Всем пока и спокойной ночи.